Особая атмосфера и национальные традиции. Фестиваль вина пройдет в Бендерах 12 ноября. Организаторы уже приступили к подготовке программы мероприятия. Для посетителей планируют организовать открытые кулинарные шоу, а также творческие мастер-классы. Выберут и лучшего винодела. Такой праздник в городе становится уже традиционным. Оргкомитетом утверждено его название «Из Ворул Винулы». В разработке логотип мероприятия. В центре внимания – вино и виноград. Планируется проведение конкурса «Винный дел мастер 2022». Планируется у нас три номинации – молодое вино, вино, выдержанное более одного года, и ликерные вина. Все будут представлены красные и белые. Сейчас уже подали заявки более 20 участников, и мы, конечно, приглашаем еще членов крестьянско-фермерских хозяйств, лиц, которые сами выращивают у себя на участке виноград и делают вино, и могут достойно представить свою продукцию. Заявки на участие в конкурсе виноделов еще принимаются. Количество участников не ограничено. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Государственной администрации Бендер. Подробности и контактные телефоны для получения информации мы публикуем в сообществах Бендера.Инфо. А пока организаторы прорабатывают детали культурно-развлекательной программы, планируют выставить национальные подворья, в том числе и молдавское «Каса-Мари». Гостям праздника предложат продегустировать вино и отведать блюда местной кухни, а потом пуститься в пляс под зажигательные народные ритмы. Следите за нашей афишей и не пропускайте яркий праздник осени. Суббота, 12 ноября, Александро-Невский парк Бендерской крепости.